Нахожусь в гостях у Юрия из Анапы. Вот, смотрю его растения. Приобретаю у него сейчас вот эти юки двуголовые, трехголовые. Недорого, прям мне продает по 1000 рублей. Вот, мушмула его. Брахия армата. Пальма. У меня, конечно, уменьшенный довольно-таки вариант ее имеется. Но большая. Вот его бамбуки. Много сортов. Я с ними знаком не очень. У него крупные бананы выходят. Тоже бамбук. Вот он, молодые побеги. Вот у него такая растрата классная. Рядом с агавой Монтана. Это сорт далматика или далматский. Самый крупный инжир, который существует из десертных в мире. Врушечка на штамбе. Хамеропс, юка. У него такой. Рыбка плавает. Магнолия с листом, которая зеленая, нержавым листом. Тут много бамбуков. И маленькая Вашингтония. Тут трахикарпусы растут везде и прочие растения. Картодерия. У него кактусы. Растут большие деревья инжира, киви уже завязала во все плоды. Много снимает урожая с этого киви. Вот, также тут все в пальмах, юбеи. Дальше я уже туда не пойду. Ну и так далее. Там у него много еще всего. Ну вот такой милый дворик. Папоротники.